Татьяна Сахарова, Юля Сахарова. Вам точно. Какая нужна? Мать и дочь, мне нужны обе. Я выяснил, у Сахаровой в Москве есть тетка, Марта Конецкая. Найди ее, выясни. Давай, все. Руки на капот, быстро! Ребят, в чем дело? Назад! Что случилось-то? Алло, Серый, здорово, Макар. Слушай, часа через три буду в Москве. Мне кажется, ты Юля Сахарова. Проследи за ней. Только смотри, не следи, Серый, понял? Ясно. Ты устраиваешь старухе несчастный случай, а я плачу тебе за работу. Или так, или никак. Она заказала Конецкую! Вот здесь... Все, что касается вашей дочери. А остальным займется моя служба безопасности. Опять? А я им прихожу и говорю. Осторожно! Я не понял. Ой, вот. Помогите подняться. Проходите. Тут ресторатора на съемку приехали, полтора часа тебя жду, вот готов. Главный орет в истерике, говорит, что выгонит тебя нахрен. Да дали, мужа и кофе, и баранок, и левую ногу в сахаре. Как ты думаешь, если... Попозже. Угу. Слушай, я говорю, люди полтора часа тебя ждут. Знаешь, надоело мне твою задницу прикрывать. Да хоть трубку снимай, я тебя полдня вызваниваю. Ну извини. Ну извини, с меня ужин. Ну прости, я зарапортовался. Ага. Кстати, ты знаешь насчет того физика? Знаешь, как он погиб? Так, как описала в своей книге Ленка, да. И вообще, с ее книгами что-то очень странное творится. Все, давай, Буль. На связи. Валюша, ну как ты? А? Господи, куда тебя понесло? С какой стати? Ну на кой черт тебе сдалась эта выставка? Тем более, что ты перепутала все дни выставки только завтра. Я хотела увидеться с дочкой. Думала, она там будет. Вот оно в чем дело. Ну, собственно, я так и думала. А что ты одна-то пошла? Не взяла с собой Лию? В конце концов, могла сказать мне, что хочешь попасть на эту выставку. Я боялась, что ты рассердишься. Валя, ну нельзя быть такой глупой. Валюш, ну нельзя. Марточка, прости меня. Я взяла твой плащ. Да уймись уже. Хотела прилично выглядеть. Да при чем здесь плащ? Ведь он
испачкался, когда я упала. Нашла из-за чего переживать. Тоже мне великая ценность. Марточка, я так скучаю по дочери. Так скучаю. Я знаю, Малюш, я все знаю. Вот эта девочка, Юля, она ведь похожа на мою Кристину, да? Не знаю, не замечала. Ты должна о ней позаботиться. Да не волнуйся ты так. Никто не собирается бросать эту маленькую дурочку на произвол судьбы. И вообще, что за похоронный тон? Прекращай себя хоронить. Ты так просто от меня не отделаешься. Врач, знаешь, что сказал? Что через 2 недели будешь скакать, как молодая антилопа. А как только тебя выпишут отсюда, увезу тебя во Францию. Будем пить бордо и валяться в шезлонгах. Ты неисправима, Марта. Все такая же командирша. Все решила, все распланировала. Ну, а как иначе? Разумеется. Если бы я не планировала и не командовала, ты пропала бы. Ну, посмотри, на 2 часа тебя оставила, и что? Вот, пожалуйста, больница. Вот не пойму, как тебя угораздило упасть с лестницы? Это не я. Не ты? А кто же это? Это дух покойной Зинаиды Гиппиус. Я с ней сейчас разговариваю, да? Меня толкнули. Марта Рудольфовна, ну как, все в порядке? Надо срочно звонить в полицию. Так, Сережа, Сережа, успокойся. Успокойся. Все, звоню в прокуратуру, пока нас тут не перестреляли. Серега, не надо никому звонить. Отлично. Прекрасно. Молодец. Значит, едем в Тимбукту, сидим в зарослях бамбука, пока Тагоев про нас не забудет. Прекрасно, молодец. В зарослях акации. Что? Бамбук в малине растет, там пустыня, Сереж. А, спасибо. Слушай, не паникуй. Если бы тебя хотели пристрелить, тебя бы давно пристрелили, понимаешь? Нас просто предупредили, что если будем высовываться, в следующий раз будут стрелять не в стенку, а на поражение. Спасибо. Что за гадость ты жрешь, Сережа? Это чипсы. А у меня стресс. А пристрастие чипсы – самое первое дело. Да. Этот Тагоев гад меня сильно разозлил. В тебя стреляли, ты жрешь эти чипсы. А я всю ночь провел в Юрьевском КПЗ. Нормально? Здесь Тагоев ни при чем. Тебя юрьевские менты приняли. Сережа, а ты думаешь, чей зад эти юрьевские менты прикрывают? А зачем им это? Серег, голову включи, чтобы я лишнюю информацию не накопал, Сереж. Так. Ну, к примеру, что дочь и жена будущего депутата Тагоева состояли на учете в психушке. Что он им ни копейки не давал, и матери приходилось работать посудомойкой, чтобы дочь прокормить. Понимаешь, из-за такой веселой жизни она выбросилась в окошко. Что? Да, Сережа. Я уверен, что это не было самоубийство. И Тагоев не хотел, чтобы информация всплыла. Поэтому меня и завернули местные менты. Прикинь, Сер, на меня даже дело завели. А потом, прикинь, кто-то звонит из Москвы и меня отпускают. Ты думаешь, им такой звонил? А кто, Сережа? Из Кремля? Таинственный доброжелатель? Ну да, больше некому. Еще я уверен, что Юля не поехала ни в какой Юрьев, и Тагоев это знал. Потому что если бы она туда поехала, его братки сразу бы доложили. Как только я копнул глубже, меня сразу завернули в Москву, чтобы я продолжал искать его дочку. И как только мы ее находим, нам дают понять, что если мы не перестанем совать нос куда не нужно, мы покойники. Вот так-то. Макар, подожди, а? Если у Тагоева перед выборами башку окончательно заклинит, и он решит нас просто убрать... Что-то делать. Так, Серый, 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 тихо, тихо, тихо. Успокойся, не паникуй, Сережа, не паникуй. Слушай, слушай сюда, Серега. Нам нужно найти на Тагоева компромат. Ты же понимаешь, что у каждого человека есть свой скелет в шкафу.
А над тагуйским шкафом наверняка вороны кружат. Слушай. Забавно получается, а? Не понял. Что забавно-то? Мы идем по следу тагуевской дочки. Так. Она ж девка-то не глупая. Ага. Она спокойно сидит в Москве у своей тетки и не парится, что придут папашины головорезы и пристрелят ее или в психушку упекут. Как думаешь, почему? То есть Сахарова покажила у отца? Так. Накопала на него компромат? Умница. Именно, Сережа, именно. И нам нужно раскопать, что это за компромат. Мне кажется, это очень важная информация. Кто там? Ух ты. Иди. Да? Алло. Это я. Да, дочь, я рад, что ты позвонила. Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. А иначе я испорчу тебе жизнь. Я могу, ты это знаешь. Ты не кипятись, не кипятись. Давай встретимся. Поговорим по-человечески. Но не чужие же люди, в конце концов. Ты можешь наделать глупостей. Я никогда не делаю глупостей. Нет, Еленька. Твоя затея с тетей? Глупость. Ты можешь попасть в неприятную историю. И меня в нее втянуть. Зачем тебе это? Мне просто нужны деньги. Я хочу начать новую жизнь, вот и все. А после смерти Конецкой я смогу это сделать. Ты и так сможешь это сделать. Я тебе дам денег. В обмен на что? Ну, ты знаешь. А после меня найдут в карьере с пулей в голове, да? Не-не-не, Юль, я гарантирую. Слушай, но если ты так переживаешь, что со мной могут случиться неприятности, то попроси своих ребят, пусть они займутся Конецкой. Сделаешь? Я буду считать, что мы в расчете. Ты очень любишь руководить людьми, но со мной это не пройдет. Я не твоя марионетка, понял? На всякий случай я написала письмо в прокуратуру. Если вдруг я пропаду, упаду с балкона или меня собьет машина, письмо отправят по адресу, ясно? Хорошо. Я подумаю. Я подумаю. Ты меня слышишь? Слышишь? Серег, нашел что? Да подожди ты, Макар, не мешай, сейчас, сейчас. О, нет. Есть. Ну, так. Ага. Ну, есть пень. Бизнес криминального происхождения. Серега удивил. У нас вся страна такая, у нас так принято. Так в юности боксом занимался. Понятно, почему у него нос сломан. Ой, не только нос. Макар, у него там проблемы с головой. Удивил. Макар, у него это... В армии скальп сняли. Чего? Ну, я подробностей не знаю. Там что-то с дедовщиной связано. Ну вот, смотри, он здесь кого-то достал из молодых. Те сговорились, ударили Тагоева по голове, ну и сняли скальп. Не то, Серега, не то. Не то, Серега, не то. Так, ему в госпитале несколько раз делали пересадку кожи. Так, появились деньги, поехал лечиться в Швейцарию. А, смотри, здесь говорят, что он и того, до того был без царя в голове. А после армии совсем с катушек слетел. Серега, это и так понятно. Что-нибудь еще есть? Так, так, сейчас. Есть рейдерство. Так. Его конкурентов на людной улице расстреляли. Так. Средь бела дня. Ну, никого не нашли, конечно. Понятно. Да, тот еще тип. Серег. Да. А ты не думал, почему он именно нас нанял? Открыл справочник, нашел первых попавшихся. Не думаю. Может, кто посоветовал? Именно. Сережа, этот кто-то из ближайшего окружения. Дело довольно деликатное. Нам нужно найти этого человека, и я думаю, он нам расскажет много интересного об этом Тагоеве. А что это? Это из Юрьева, из психушки. Из истории болезни Юлии Сахаровой выдрал. Так-так-так, ну-ка. Так, проявление подростковой агрессивности неконтролируемые. Вот. В 12 лет нанесла 16 ножевых ранений О.Л. Савицкой. Это соседская девочка. Я ее видел. У нее нет глаза и шрам через все лицо.
ничего не понятно. Слушай. А может быть, показать эти бумажки ребятам из судебной психиатрии? Детка, ты, очевидно, меня не совсем поняла. Твоя мать в больнице. В тяжелом состоянии. Врачи ничего не могут гарантировать. И она хочет увидеть тебя. Ты должна немедленно все бросить и поехать к ней. Марта, миленькая, я не могу. Марта, я приеду, как только будет возможность. Ну, пойми, у меня дела. Мы с мужем вечером уезжаем в Питер. У него там важная встреча. Я должна поехать с ним. Ну, объясни как-нибудь маме, в конце концов, Марта. Я ничего не буду объяснять твоей матери. Пусть это будет на твоей совести. Все, я не могу говорить больше. Все, пока. Дрянь. Марта Рудольфовна, вы просили чаю? Да, спасибо. Нет, похоже, похоже, похоже. Ты очень на нее похожа. На кого? На Валину дочку. Дай бог, чтобы это было только внешнее сходство. А у Валентины Захаровны есть дочь? Извините, я просто никогда... Что, никогда не видела ее? Ты удивишься, но она живет в 5 минутах езды отсюда. Они поссорились? Нет, зачем? Просто Валин дочь – человек с очень ограниченной, мелкой душой, в которой помещаются чувства только кому-то одному. И этот один ее муж – весь мир. Это только муж, поэтому там нет места для матери. Последний раз они виделись, по-моему, 2 года назад. Так не бывает. Неужели? Мне кажется, ты тоже не так часто видишься с матерью. Мама умерла 5 лет назад. Извини. А твой отец? Расскажу вам про отца, но не сейчас, хорошо? Значит, от него ты избежала. Не знаю, что там у вас случилось, да, собственно, это и не очень важно. Сейчас важно другое. Мне очень интересно посмотреть, что будет делать дочь Валентины, если в ее жизни что-то произойдет. К примеру, ее муж встретит другую женщину. Уверена, она тут же примчится к матери за утешением, потому что она не может существовать одна. Слушаю. Марта Рудольфовна, это Лена Дубровина. Я хотела бы еще раз встретиться. Я долго думала после нашей встречи. Мне пришла в голову идея нового романа. Вы извините, но в ближайшие дни у меня вряд ли будет свободное время. Дело в том, что у нас произошел несчастный случай. Мою подругу столкнули с лестницей, и мне сейчас не до интервью. Извините. Алло. Алло. Все как в моей книге. Я опять... Кашков. Ага. Мешков у нас больше не работает. Жаль. Хороший был мужик. Угу. И собеседник интересный. Угу. А мне про этих алхатикинских... Ахалтыкинских. Ахалтыкинских жеребцов рассказывал. А что с ним? Ну, знаешь, как говорят, алкоголиков бывших не бывает. Все-таки пил. Запил. Когда из большого спорта ушел. Потом, правда, завязал. Пошел на тренерскую, школу открыл. Да он бы, наверное, не развязался, если бы не Грета. Ну, разумеется. Все, что происходит, происходит из-за женщин.
Ага. Только Гретта, это кобыла. Да-да. Ну да. Мешко с ней как списанной турбой носился. Угу. И что произошло? Пожар. Конюшня была его любимая лошадь. Он пытался вытащить ее из пожара, но это было бессмысленно. Так как все уже было в огне, его еле оттащили. Вот Мешков после этого и забил. 2 дня просидел в манеже, седло Гретина поставил рядом. Пил и плакал. Ну, сторож потом сказал, что он бурана оседлал. Пустился галопом в лес. Там, пока сторож позвонил, пока мы приехали. В общем, буран сам вернулся к тому времени. А Мешкова нашли во враге. Он еще живой был, правда, со сломанным позвоночником. Короче говоря, до больницы не довезли. Ладно, пойду я. Лена, ты дома? А я думала, ты ушла на интервью. Ну, Вася, я тебе устрою. Перенести встречу на четверг. Позвонить Конецкой. Леночка, у меня для тебя сюрприз. Сюрприз. Тебе так идет. Прости, мама, я тебя напугала. Хотела прибраться, но надышалась пылью, наверное. А если бы я вернулась на 2 часа позже? Ой, ты делаешься похожа на своего отца. Он тоже думал только о себе. Я тебе обещаю, больше никакой уборки, никакой работы по вечерам. Давай лучше подумаем, куда мы пойдем в выходные. Ты в выходные собирался опять к своей модели. Все отменилось. У них несчастье. Ее подруга попала в больницу, упала с лестницы, сильно разбилась. Подруга? Угу. Подруга. Да, ты же говорила, они вместе живут. Подруга. Макар! Да? Я с ребятами поговорил, которые дело у Мурашова ведут. А Мурашова это кто? Подруга Конецкой. Судя по всему, ее все-таки случайно с лестницей столкнули. Перепутали с Конецкой. Так вот, я тебе ребятам наводку на парня дал. Ну, которому девушка Юля эту Конецкую заказала. Серег, ты понимаешь, что ты натворил? Ты понимаешь, что ты подставился? Сейчас твои ребята возьмут этого товарища, он сдаст им Юли. Через час здесь будут люди Такоева и нас расстреляют. Серег, ты вообще соображаешь, а? Правильно. Пусть Конецкую кончат. Ты не понимаешь. Марта Рудольфовна, долго мне еще стоять на мостике? Стой, стой. И не филонь, подтянись. Запомни, физические упражнения тебе необходимы. Ну да, чтобы мышцы были в тонусе. Чтобы голова была в тонусе. Физические упражнения дисциплинируют. Все женщины мечтают стать красивыми, чтобы встретить своего принца. Ой, чушь собачья. Разве вы не мечтали? А у меня на это не было времени. И запомни, это нормальное состояние женщины хотеть быть красивой. Если женщина говорит, что не хочет быть красивой, она врет. А если она действительно не хочет быть красивой, значит, это переодетый мужик. Так, все, можешь опускаться.
Так, ну-ка пройдись. Нет, ну это вообще никуда не годится. Где попа? Вот что должно быть у женщины, если она хочет внимания мужчин. Если ты женщина, у тебя должна быть попа. Откуда же ее взять, если ее нету? Оттуда. Вся швейная промышленность работает на то, чтобы у женщины была правильная попа. Ты что, не заметила? Если ты покупаешь брючки, то обязательно кармашки сзади. Если юбочку, она должна быть колоколом вокруг тебя. Если это платьице, оно должно подчеркивать все твои прелести и убирать все ненужное. Ой, так, теперь грудь. Грудь должна выглядеть натурально. Никакого пушапа, это верх пошлости. Надо уметь использовать то, что дала тебе природа. Понимаешь? Значит, запомни. Зад подчеркиваем, грудь не скрываем, выбираем женственную одежду и, главное, все время следим за осанкой. Что ты тут навыбирала? Господи! Это что такое? А я подумала, оно практичное. Так забудь, детка, навсегда. Женщина становится женщиной только тогда, когда позволяет себе излишества. Понятно? Ну, вот это темновато. А вот это ничего. Я в нем буду похожа на клумбу. Надевай поменьше, рассуждай, на кого будешь похожа. Давай, давай, давай. Давай. Ну вот, это уже лучше. Пройдись. Так. Только теперь нужно научиться все это носить. И каблуки тоже. Коленки выпрями, спинку держи, головку подними. Вот так. Ты должна ходить легко. Должна ходить так, как будто ты голая, и тебе это нравится. Так, сейчас мы посмотрим. Красиво. Мило. Маме повезло. Во время падения она ничего не повредила. Видимо, успела сообразить, что нужно лечь между рельсами. А ночью у нее случился инсульт. Врачи сказали, результат стресса. А как ваша мама сейчас? С ней все в порядке? Насколько это возможно, да. Я бы хотел с ней поговорить. Может, сделать несколько фотографий? Тут уже почти 3 года мама живет в Сосновке. Это санаторий для пожилых людей в 50 километрах от Москвы. Не проблема, могу съездить. После инсульта речь у нее частично восстановилась, но она никого не узнает. Носит памперс. Не думаю, что это может быть полезно для журнала. Ром Мансуров, кроме так называемой абстракции, никогда ничего не писал. Но на его статус художника женщины слетаются, как мухи. А в женщинах он толк знает. В свое время Мансуров влюбился в одну девушку, так он ей устроил натуральное море алых роз, как в сказке. Представляешь, она выходит на балкон, а там весь асфальт в розах. И посреди всего этого великолепия стоит сам Мансуров. А девушка? Что она сделала? Что она сделала? Тут же упал в его объятия. Ну, не с балкона, разумеется, фигурально. Против влюбленного Мансурова никто не может устоять. В общем, я перечитал все Ленкины книги, проанализировал и сделал выписки. Вот, смотри. «Логово волчицы». Там главная героиня, фехтовальщица, погибает в автокатастрофе, потому что села за руль по снотворному. Читай. Софья Вересаева. Чемпионка России по фехтованию среди юниоров. Погибла в ДТП. В крови обнаружены следы снотворного. Дальше. Бывшая звезда пятиборья. Пьяный сел на лошадь, свалился и сломал позвоночник. И вот наш любимый физик. По рассеянности упал в люк теплоцентраля, который почему-то оказался открыт. Да не может быть, Вася. Нет, ну хорошо. А как быть с покушением на министра из логового волчицы?
Его машину вообще взорвали. На министра есть что-нибудь? На министра нет. Спасибо. Но есть Нина Васильевна Ферапонтова. Я разговаривал с ее дочерью. В одном из ранних Ленкиных романов описывается история, как племянник бросает под поезд свою престарелую тетушку. Так вот, Ферапонтова – прототип той самой тетушки и единственная, которая осталась живых. Сейчас она находится в доме престарелых. Завтра я поеду и поговорю с ней. Бросил бы ты, Вась, вообще этим заниматься. Эти 100 тысяч, которые тебе обещали, спасибо, за тайну Дубровины, ты в своей студии заработаешь за неделю, если не будешь забивать на заказы. И если даже все так, как ты говоришь, нафига тебе вообще лезть в это дерьмо? Ты что, не понял, Борь? Герои погибают в книгах, а прототипы в жизни. Ленка узнала об этом и поэтому перестала писать. Она расторгла контракт с издательством, когда узнала, что погиб наш физик. Погоди. Но ведь роман еще не вышел. Если даже действительно есть псих, который начитался ее романов и совершает реальные преступления, откуда он узнал про физика? Так, так, так. Ладно, ладно, все. Что сделано, то сделано. Так получается сейчас, пока твои ребята найдут этого товарища, пока оформят, пока до такой вот дойдет. Сколько у нас времени? Мало. Именно, поэтому работаем быстро. Сережа, какие варианты? Подожди, подожди. Ты просил найти человека, который у нас с тобой сосватал. Ну. Свиридова, помнишь? Ну, да, помню. Мы сына его искали. Так вот, он дал телефон Косте. Ага. Ну, он охранником у Тагоева работал. Кость. Есть. Ты на месте? Да-да. Поехали. Мы сейчас приедем. Да-да-да. По нашему разговору. Представляешь, выходишь на балкон, а там все в розах. Вот встать бы нам утром, а там такая красота. И художник стоит в плаще. Угу. Серенаду поет красивым таким баритональным дискантом. А соседи в него тухлыми яйцами бросают, чтобы ночью спать не мешал. Ну, почему серенаду? Молча стоит. Представляешь, я спускаюсь к нему, он вручает мне белую розу, я опускаю лицо в бутон, закрываю глаза. Юль, а у тебя бутон, суповую тарелку, что ли? Что? Я говорю, роза у тебя сказочная, ты как туда лицо собралась опускать? Да ну тебя. Знаешь, что мне Конецкая сказала? Знаю. Что Мансуров в свое время опустошил какую-то подмосковную оранжерею, дабы соблазнить одну смазливую девицу. А по мне бы лучше он укропа, цветной капусты и картошки купил на зиму. Ей-богу, больше пользы. Она сказала, что та девушка, в которую он тогда влюбился, была похожа на меня. Mm-hmm. Представляешь? Mm-hmm. На меня. Ну да. Я вашу визитку шефу дал. Угу. Шефу? Ну, начальник по безопасности Тагоева. У него с женой там проблемы были. Ну, короче, надо было, чтобы кто-нибудь за ней присмотрел. Слушай, Кость, скажи, а ты работал у Тагоева, когда он дочку к себе перевез? Нет, я тогда в ноябре уже уволился. А зимой мы с шефом встречались, выпивали как раз перед Новым годом. Ну, он говорил, что Тагоев Юрьев поехал, девчонку оттуда привез. Ребята тогда и не знали, что у него в Юрьеве дочка есть. Говорили, зачем он ее вообще привез? Лучше бы там и оставил или отослал куда подальше, в Лондон или куда-то а еще. Что, проблемы с дочкой были? Да не то слово. Шефа из-за нее чуть два раза не уволили. Один раз она отцовский представительский мерс разбила, а второй шефа вообще чуть не убили. За что? Очередь до Бентли дошла? Да нет, она к нему в кабинет залезла. А когда Тагоев узнал, что она у него в кабинете рылась, так он чуть с ума не сошел. Орал, на стенки кидался. Нож брал, говорил, что лично всем глотки перережет и все такое. Слушай, а когда это было? Помнишь? Ну, где-то перед 8 марта. Ну да, шеф приехал девчонок поздравить. Ну, мы посидели, выпили. Я спросил, что да как дела? Он рассказал, рассказывает, а самого аж дрожь бросает. Видать, здорово, она ему кровь выпила. Ладно. Спасибо. Давай, приходи. Спасибо. Вот, Серый, как раз перед 8 марта дочка Тагоева и пропала. Да-да-да. Ладно, поехали.
друзья мои, я очень рад вас видеть сегодня в этом зале. И близких своих друзей. И кого-то я вижу впервые, и это особенно приятно. Вот эта выставка, это мое сердце, это моя душа, это мои мысли. Смотрите, наслаждайтесь. Можете приобрести картину. Ну и, конечно, хорошее вино, хорошая закуска. Прошу! Спинку держи. И не делай лицо, как на похоронах. Улыбайся. Улыбайся, как я тебя учила. Ух, Бикуля. Здравствуй, моя девочка. Рада тебе видеть. Прекрасно выглядишь. Не таращь глаза. Все подумают, что у тебя базетка. Видишь, что... Барышня в красном сзади меня. Правда похожа на копченую селедку? Марта! Ромочка! Привет, мой дорогой. Ну, ты как всегда. Да. Как ты выглядишь хорошо, а? Ну и выставка, как всегда, чудесна. Кстати, хочу тебя познакомить. Моя внучатая племянница Юлия. И ты скрывала от меня эту красоту столько лет? Марта, одну секунду. Не стой столбом, сокровище. Улыбайся, улыбайся. Мне очень понравилась эта картина. Можно ее приобрести? Это очень. Вот смотри, вот-вот, это можно. Вот это я тебе подарю. Вот. Спасибо, маэстро. Ты правда неплохо выглядишь. Мои уроки не прошли даром. Вы меня хвалите? А почему нет? Я всегда говорю тебе правду. Пора привыкнуть, рот закрой. Девочки! Итак, за красоту! И за тех, кто ее ценит. Кстати говоря, я бы вас написал. Давайте пройдем в ту галерею, я кое-что покажу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Иди, ничего? Пойдем. Ничего, жена Романа. Вот я, кстати, хотел посоветовать с тобой, Крис. Очень хорошо, что ты пришла. Вот Юля. Юля, вы согласны, чтобы я записал? Хочу написать ее. Причем хочу сделать это, знаете, как-то необычно. Вот как сказать, ну, как вы сейчас стоите, вот так. Но в каком-то, как сказать, как облаке. Роман, я тебя искала, ты мне нужен. Пойдем на минутку, поговорим. Да. Я согласна. Мы разговаривали почти 2 часа. Он сказал, что я удивительная и что я сокровище. У него столько картин, ты бы видела. А еще он сказал, что он хочет написать мой портрет. Мой портрет! Жена у него старая. У нее маленькие ручки, маленькие пальчики. Знаешь, она скорее похожа на мышь. Хвост отвалился, а лапки остались. Смотрю, она тебе понравилась. Только на твоем месте я бы переоделась и принялась за обед. Потому что если не будет бульона, чтобы принести Валентине в больницу, то Март сам у тебя превратит в мышь, ну или в тыкву. Рома, ты что, действительно собираешься писать ее портрет? Пока еще не решил. Я бы хотела присутствовать на ваших сеансах. Крис, ты же прекрасно знаешь, что не работаю при посторонних. Посторонних? Слушай, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Я, Рома? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я вообще не понимаю, что происходит. Слушай, ты что, ревнуешь? Ты с ума сошла? Ты? Нормально.
Смешно, понимаешь? Смешно. Да. Знаешь, что смешно? Седина в бороду, без в ребро. Вот что смешно. Ты просто стал бросаться на молодое мясо, как я не знаю, Как я стал бросаться на это молодое мясо? Как этот, как кобель, как боров? Рома, Ромочка, прости меня, пожалуйста. Слушай, пошло, Рома, понимаешь? Я понервничала. Подожди, просто. Подожди, никогда не думал, что мы с тобой дойдем до такой пошлости. Дорогая. Роман. Роман. Что, Роман? Пойду закончу каталог. Вам повезло. Нина Васильевна сегодня в хорошей форме. На той неделе она вообще никого не признавала. Плакала все время. Сутком с кашей в меня бросила. Чем? Сутком. А сегодня ничего. Бодренькая. Даже гулять попросилась. Вот она. Ага, спасибо. Нина Васильевна, я отойду. Если что, я рядом. Нина Васильевна, и все-таки... Постарайтесь вспомнить, как вы упали под поезд. Как это было? Под поезд? Да. Конечно. Поезд был совсем близко. И так гудел. Я боялась, что умру. Так было громко. Я вспомнила, что нужно открыть рот. Знаете, меня мама учила. При бомбежке... Нужно открыть рот, а то лопнут барабанные перепонки, и ты оглохнешь. Нас часто бомбили. Скажите, а вот перед тем, как вы упали, вы что-то помните? Вот вы стоите, поезд приближается. Поезд так шумел, и еще там так отвратительно пахло. Так у нас пахнет, когда пригорит каша. Я не люблю кашу, а меня заставляют ее есть. А у вас нет леденцов? Леденцов? Я люблю мятные. А, да, мне же говорили. Конечно, вот, угощайтесь. Спасибо. Я вас узнала. Вы Верочкин двоюродный брат, верно? Угу. Вы приезжали к нам перед самой войной и привезли мне тогда прелестное кружево. А как поживает Верочка? Верочка? У Верочки все хорошо. У нее все хорошо. Передавала вам привет. Извините, всего доброго. Я не сама упала под поезд. Что? Меня столкнули. Кто вас столкнул? Кто это был? Вспомните, кто это был? Да, конечно. Я ее сразу узнала. Это была Дубровина.